27 марта ураган обрушился на Ставропольский край. Сильный ветер до 33 метров в секунду оставил без света 40 тысяч человек. Электричество в селах и городах уже восстановлено. Теперь важно помочь жителям 7 населенных пунктов и 6 муниципальных округов края ликвидировать разрушения. Те потери, которые мы понесли в результате сильного ветра, крыши, где-то пострадали люди, я имею в виду их имущество, мы должны все всем помочь восстановить. Ну, а если был ущерб, то, соответственно, обеспечить выплаты. Краевая столица тоже пострадала от стихии. В ЕДДС города поступило 18 заявок, связанных с сильным ветром. Об этом сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем телеграм-канале. На Репина 75 и Пирогова 22/4 закрепили листы кровли. На Любимой 20 сняли спутниковую антенну, которая могла упасть. Еще на нескольких адресах демонтировали отошедшую балконную раму и треснувшее стекло. Сняли нависшие части рубероида и цемента. Убрали поврежденные части забора и ограждений. Также из-за урагана еще в 6 округах началась пыльная буря. Трасса Новоалександровск-Кропоткин покрылась грязью, дорогу уже очистила спецтехника. Сейчас край восстанавливается после стихии. Анна Куликова, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.